Итак, мы сидим в Хельсинки. У нас первые потери. Димка Бубнов потерял свой телефон. При посадке улетел куда-то под кресло и с концами. Сейчас мы хотим отправительную смс-ку поздравительную отправить на телефон выигравшим этот приз. Решить не можем, только на финском или на русском написать. Так что вот так, не знаю, хорошо это или плохо. Блин, какой сзади пейзаж красивый. Так что вот, народ у нас здесь пока в укороченном составе. Димка побежал покупать новый телефон. Пока все. Привет из Хельсинки.